Приветики! С вами Лиз, и мы продолжаем играть Таверный менеджер в симулятор. Так что приятного просмотра, приятного аппетита! И не забудь свой царский лайк. Мне будет очень приятно. Что ж, похоже, наши посетители ушли. Они очень сильно расстроились, что я не успела здесь ничего принять. Окей, поэтому давай быстренько беремся за работу, иначе все наши посетители просто уже уйдут от нас. Давай-ка. Быстренько начнем с этого. Так, нам нужно 3. О, как раз 3 Эля у нас имеется. Раз. И вот сюда вот 2. Так, давай с каждым поговорим, во-первых. Во-первых, поговорим с каждым, чтобы поднять свою репутацию как владельца таверны. Если ты все еще не понимаешь, что это за игра, то посмотри прошлый ролик. А я тебе вкратце расскажу. Это у нас симулятор таверны. Я заведую вот этой прекрасной таверной. Да, как в средневековье, только это немного еще такая фантастическая, я бы сказала. У нас таверна. Так, снова они хотят 2 эля. У нас еще, кстати, грязненько. Давай-ка пока помоем тут пол. Надо пол помыть. По заданию, как ты видишь, у нас уже просят, чтобы я улучшила таверну. Но чтобы улучшить таверну, нам еще много чего надо. Goodbye, goodbye, goodbye. Так, это мы забираем. Ага, тут еще надо это все вымыть. Ну, ладненько. Давай, чик-чик-чик-чик-чик. Так что, если тебе это нравится, игрушка, то обязательно еще напиши об этом комментарий. Я хочу знать, нравится тебе она или, ну, так себе. По-моему, прикольная. По-моему, прикольная. Там еще, если будут добавлять кучу всего, у нас там дальше откроется кухня. Не представляю, что там даже еще откроется. И у нас закончился Элли. Слушай, у нас Элли нету. Нам нужно срочно заказать Элли. Так, штучек 10, да? Окей. Неудобно сейчас то, что приходится вот это вот клацать. Положить. Вот сюда обратно, грязные чашечки. У меня, кстати, и чашечек нету. Ты посмотри, у меня даже чашечек нету. Так, а кому? Давайте вам. О, новый уровень, 4-й. Офигеть, как это быстро. То есть нам уже доступен еще один уровень, да, верно. Еще один, представляешь? Мы с этим не справились, там еще один доступен. И у нас тут куча посуды. У нас просто 13 чашек грязных. И явно посуду у нас кто-то не моет. Явно. Походу, пора кого-то нанимать. А то мы с тобой не справляемся. Смотри, сколько грязных чашек. А раньше-то у нас их было около 5-6 всего, а теперь у нас 15. И все грязные. Так. А нигде не пишется, сколько нам осталось. Никто не пишет, сколько нам осталось еще мы чашек. Ух, все. Так, давай-ка. Забираем свой мешочек с Элем. Забавно, что мешок с Элем, с напитками. Так, 3. Окей, давай-ка. Сейчас надо набить палец скорее. Оп. Отлично. А то, если будет плохой напиточек, то все. Полетит оно далеко. Вот заговорилась, и вот не очень напиток получился. Ладно, ничего страшного. Ты куда собрался? Ты куда усобрался? Вот, вот. И думаю, сейчас мы тогда купим что-то для улучшения таверны. Так, давай только вот эту грязь уберем. Угу. Отличненько. Так, что у нас тут имеется, кстати? Я заметила, что я очень быстро как-то двигаюсь. Резко. Как-то на ролике. Давай вот так вот помедленнее. Так, улучшение. Стол для блюд. Для хранения заказов. Ну, мне пока это особо не нужно. Совершенно склад. Расширение склада мне тоже совершенно не надо. Вот это можно у нас купить. Откроется расширение таверны. Новые клиенты, новая мебель, новая декорация, уникальные гости, новые события, туалет, новое рабочее место. Покупаем. Туалет! Мы его тоже будем чистить? Не хочу. Не хочу я его чистить. Надеюсь, не придет. Прям как у Шрека. Может, он тоже к нам придет? Слушай, это карта, и тут, наверное, какие-то сокровища. Надо будет глянуть. Что у нас по улучшениям? Сковорода. Главное оружие повара. 50 будет стоить. Улучшение рабочего места. Больше посуды, сиденье за стойкой. Ага, вот это еще появится место. Рюки.
Улучшение рабочего места. О, на четвертом. Фея-помощник. Плюс фея-помощник. Новая профессия для феи мощи грязной посуды. Класс. Слушай, это круто. Так, это вообще-то надо собрать. Ага, места нету, места нету, места нету. Вот сюда вот все. Сейчас, подождите. Подождите, сейчас приду. О, видишь, у нас теперь тут хорошо, чистенько, уютно. Так, а сюда не знаю, что у нас будет. Не знаю, что там будет совершенно. Нет, я пока не хочу мыть посуду. Не хочу. Не хочу, давай не буду. Оп. Отличненько. Оп. Отличненько. Оп, отличненько. Сейчас я сразу наделаю все штуки эти. Отвратительно. Его лучше вылить в помойку просто. Оп. Чем подавать клиентам эту дрянь. Оп. Отлично. Perfect. Так, вообще-то две штуки надо взять и отнести. Забирайте. А, давайте сейчас с вами поговорю. Чтоб плюс к вежливости. Хозяина, да? Ага, и с вами поговорю. Ага, так, еще двое. Сейчас приду, подождите, подождите. А, помыть. Хорошо. Так, что у нас тут? Что-то с туалетом просит. Что хотите, что хотите? Что? В будущем лучше не оставлять его надолго грязным. Вонь будет ужасна. Все чистым. Теперь в таверне есть туалет. Иногда клиенты будут заходить в него. Грязный туалет будет наносить урон вашей чистоте. Так зачем я его купила? Так зачем я его купила? Если он будет наносить грязь моей таверне, зачем мне нужен? Без туалета тогда пусть будет. Ну, зачем? Зачем? Мне не нужен. Мне не нужен. У меня есть колодец. Все нормально. Все хорошо, мне ничего не надо. Спасибо. Так, ага, двое. Два Эля. Ага. Так, как бы мне выкинуть его? У меня где-то мусорка была. Ага, отлично. Ага. Необычные клиенты. Вы становитесь популярнее и привлекательнее. И привлекательнее те внимание. Иногда к вам могут зайти необычные клиенты. Кто-то попросит о помощи, а кто-то может буянить. Ага. Чтобы поговорить с клиентом, кликните по нему LK. Будьте вежливы со всеми, выслушайте их, обслужите как полагается. Ага. Вон бабулька что-то хочет. Че, что такое? У вас не будет монетки для меня, ваша светлость? А, она уже это сделала? Ладно, на. Спасибо, душенька. Я всем расскажу, что тут хорошо относится даже к тем, кто не может заплатить. Ну, слушай, ты мне ничего не взяла. А ты мне просто деньги взяла. Ты мне напитки не брала, поэтому ты не можешь мне заплатить. Поэтому ты просто взяла и у меня деньги взяла. Класс. Короче, много взяла. Ладно. Но она нам прибавила плюс к репутации. Плюс 50. Это достаточно много. На момент. Так что ладно, я уж хотела ее прогнать, ну ладно, все хорошо в этом плане у нас с тобой. Так, что у нас? Сегодня в меню Эль, отлично. А, кстати, вот это надо тоже вытереть. Отличненько, закажите колбасы для клиентов. О, доставочка, ресурсы колбасочка, 5 штучек. И вот здесь у нас. Опа, 10, давай-ка. Давай, давай, вот так вот. И давай что-то сейчас улучшим. Например, смотри, фея помощь. А, нам надо за 250 купить левел. Ладно. Сковорода. Давай сковородку купим. Теперь у вас есть сковорода. Вы можете найти ее в меню с инструментами, нажав Tab. С помощью нее вы можете прогонять некоторых непрошенных гостей. А, бабку бить сковородкой. Это не слишком жестко. Во-первых, она мне дала плюс 50 к репутации. Ну, реально, это, по-моему, это слишком жестко. Зачем гнать ее? Она, по сути, мне принесла много ночью. Я потратила на нее 15 или она мне принесла 50 репутаций. Это очень много. Не, ну что, будем что, бабку сковородой бить?
перебор, я думаю. Так, ничего. И с вами поговорю. Ага. Доставка. Доставочка прибыла. Отличненько. Ух, какая большая доставочка. У нас здесь колбаска еще будет, смотри. Три колбасня. Где моя колбасня? О, колбасочки. Закуски. Клиенты могут заказывать не только напитки, но и закуски. Купите ресурсы в магазине, отнесите их на склад. Удерживайте ЛКМ, чтобы расставить закуски на полке. Ага, goodbye. Goodbye, я пока не поняла. Подайте колбасу, подайте Элли. Окей. Давай сейчас Элли нафигачим. Хотя нет, давай сначала посуду помоем. Что-то у нас тут перебор опять. Надо фейзу указать себе. Надо 100% сейчас улучшиться до 4 уровня таверны. Это 250 монет. И купить за 200 монет вроде феи чистоты. Так что нам сейчас надо около 500 монет заработать. В общей сумме-то. Ну, вроде нормально, легко. Мы опыт апаем очень быстро. Так что, я думаю, справимся. Так, заказ пришел. У нас там, походу, теперь люди еще и на время начали приходить. О, вот Эль как раз-таки и колбасня. Оп, раз. Два. Три. 4. А рука-то набита. 5. 6. Давай. Оп. Отлично. Я лучше сразу сделаю, чем потом в хпхах это делать и не попасть. Вот пока палец набит, надо делать. Оп. Отлично. Ага, место закончилось. Окей. Ага, и колбаска. И колбасочка, и еще Эль. На тебе, Эль. А вам Эль и колбасочка. Отличненько. Здравствуйте, надеюсь, вам все понравится. Как тебе колбаса? Вкусная? Вкусная? Отлично, я рада, что тебе нравится колбаса. О, это что такое? О, какашки здесь оставил. Это здесь натворил здесь такое-то. Так, давай посмотрим новые декорации. Еще. Ничего себе, она первый клиент, кто попросил добавки. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Давай купим мебель. А, вот такой стол, кстати. Давай закажем. Давай закажем. Так, Эль и колбаска. Раз. Эль. Колбаска. Держите. Какие вы красивые. Так, там никого нету? Никого. Давай еще с тобой поговорю. Отлично. Так, вот это я соберу. Ага, ушла еще девуха. Деваха ушла. Нет? И ты еще хочешь, Эль? Ни хрена себе, ты тут бухаешь, ёпта. Ты че? Нифига себе надает. Офигеть. Офигеть, что она утворяет, так сказать. Так, давай-ка, я хочу поставить мебель. Я хочу мебель, мебель, мебель. Ага, я могу только здесь ставить. Ну ладно. Во. Ребята, стол открыт для четверых. Так что заходите. Жаль, я туда не могу поставить. О, что такое? У тебя все хорошо? О, сначала поднос. А, у меня поднос грязный. Ой. А, мне надо ее вынести из таверны. Ладно, понесли, понесли. Кажись, перепила люто. Сейчас, ребят, подожди, сейчас обслужу. Подождите, мне надо вынести ее. Подождите, пусть приляг. Приляг вот здесь, вот приляг. Вот тут полежи, полежи, отдохни. Все будет с тобой в порядке. Тебя кто-нибудь и заберет. Не думала, что будем еще клиентов здесь выносить. На руках. Нафига она выпала тут? Три. Три. Три.
И, кстати, плюс 45. Ну, вообще-то тогда невыгодно особо. Так. Сколько? 5 колбас? Мне столько нет. 1 L. 1 L и колбасни надо. Так, колбаса раз. Два. И все. Колбасы больше... Колбасы больше нет. Подожди, 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 подожди. Мне колбасы больше нет. Блин, смотри, у них на время. А у них на время. Не люблю я такое. Если бы я знала, я бы им сразу принесла. Ай, не успею. Не успею, 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 не успею. Нет, я принесла, по мне убила, я успела. Я успела это сделать вообще-то. Блин. Совершенно там, я успела. Тебе надо. На, колбасу забирай. Капец. Ну я ж успела. Ну я ж успела. Там буквально 2 секунды. Обидно. Вот что значит, когда запасов нет. Ладно, давай наделаем хотя бы Эля, чтобы заранее был. И сейчас после этой выручки, по идее, у нас запасы есть, мы сможем улучшиться. У нас будет денежка, так что мы спокойно с собой можем улучшиться. И наконец-то взять фею чистоты, которая будет все вот это вот делать. Так, тебе колбаска нужна? Так, что у нас здесь по посуде? Ну, посуде не так много, так что норм. Надо будет воды налить. Так. Эль и колбаска. Эль. Колбаска. Давайте, держите, как у вас настроение? Как день прошел? Отлично, да? Хорошо. Я, видите, какой вежливый хозяин. Просто превосходно. Поэтому... Поэтому что? Колбаску надо еще... Нашпиговать. Угу. Давай посудочку помоем. Ага, у меня очень мало воды. Так, ну там вроде норм. Вроде, слушай, норм. Все чисто. Я думала, они будут постоянно здесь вонять мне. Ну ладно. Оп, водичка. Пошли, пошли со мной. Оп. Отличненько. Ой, еще вот здесь. Готово. Всего двое, они сели за этот стол. Да. Так, три Эля. Раз, два, три. И колбаска. Колбасочка. Видите? Видите? Блин, офигенные текстурки у них, слушай, они такие красивые, все. Смотри, какие из них все накваченные. Как будто рядом какая-то качалка, моя же открыта, кстати. Реально прикольные. Хотя я даже не вижу смысла, знаешь, с ними сейчас разговаривать, набивать репутацию, поскольку она очень быстро набивается. У нас скорее денег меньше, чем репутации. Я бы сказала. Так, две колбаски. Держите, подаю колбасочку вам. Серьезно, они просто сидят и едят кусок колбасы. Просто палку колбасы едят. Вау. Thank you and goodbye. 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 Купите новый уровень таверны. Но вы шутите. Какой новый уровень таверны? У меня денег нету. Я еще прошлый не улучшила. Вы уже говорите про новый. Так, сегодня в меню Эль колбаса. Так, давай-ка. Ага. Или тоже есть. Так, пора, походу, помыть. Помыть посудку пора.
Давай помоем. Как раз 10 штук набралось. Тут на количество. Лайфчик. Денег у нас пока все еще нету, к сожалению. Так что будем зарабатывать потихонечку. Потом у нас откроется кухня, потом мы сможем что-то готовить. Вообще класс. Ага. Так, здравствуйте. Два эля. Тик-тик. И колбаса. Вам колбаску. А вам эль. Это я себе заберу. Это мои чаевые. Так, тут пора бы уже помыть полы. Да, что-то тут прям вообще нагрязнили, нагрязнили тут мне все полы. Нагрязнили и нагрязнили. Угу, угу, угу. Как хорошо-то. Как хорошо-то. Там, кстати, у нас была какая-то карта висела. Возможно, сокровищ. Надо бы будет сходить проверить это дело. Две колбасы надо. Так, вот, типа от нашего Эля. Хотя это что? А это что? А это что? Блин, надо реально будет погулять. Тут вообще монстры какие-то в воде, походу. А, так, Эль, две колбасы. Эль? Две колбасы. Эль? Две колбасы. Раз. Два. Угу. Так, давай-ка еще наделаем эль, а то у нас мало. Надо, кстати, колбасу заказать. Колбаса закончилась. Надо срочно заказать колбасу. Пошли сразу закажем. Она придет, чтобы никто тут на время не пришел ко мне, как это было до этого. Так, мебель нет. Доставка, ресурсы. У вас есть 3 эля, теперь 5. Теперь вот так вот. О, туалет. После нескольких клиентов туалет может засориться. Его нужно прочистить. Подойдите к нему и нажмите LKM. Когда метла будет ровно на туалетом, нажмите LKM. Повторите несколько раз, туалет снова сможет принимать гостей. Как это звучит? Как звучит-то, а? Ты посмотри на это. Как же это звучит? Сейчас, сейчас, подождите. Подождите, подождите, у меня туалет засорился. Ё-моё. Оп. О-о-о. Выглядит вообще не очень. Выглядит как-то уж очень неприятно. Так, грязный стол, доставка прибыла, заказа 2. Окей. Хорошо, что это все пишется. Кстати, это, кстати, хорошо. Я иду, 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 иду. Так, 4 колбасы. Так, раз, два, три, четыре. Так, вам. Вам. А, Эли колбаса. Так, колбаса. И Эли. Держите. О, а, отлично, новый уровень. Потрясающе. Еще Эли. Окей. Сколько много посетителей собралось-то? Ага, вот это забираю. Так, сейчас мы их всех отпустим, и мы сможем как раз уже что-то, да, улучшить. Так, давай-ка еще сделаем Эля. Удобно, когда он у нас имеется. Грязный стол, окей. Грязный стол 2. Блин, пойду стол помою. Иду помою стол, что-то не получается. Эль наливать. И еще. Goodbye, goodbye. А, они мне за вежливость еще больше чаевых оставляют. А сейчас они стали меньше оставлять. Вот оно что, мне надо все равно с каждым болтать, чтобы они мне больше оставили чаевых. Блин. Так, это в помойку. Это в помойку, это в грязь. Так, эль, колбаса, эль. А колбаса? А колбаса? Колбаса! Вот, вот. Каждому теперь поговорить. Отлично.
Отлично. Вам чего? Тоже колбасы. Понимаю. У меня Keeper. суперская колбаса. Пол палки колбасы всего-то за 10 элей. А теперь пора прибраться. Грязненько-то как. Оп. Так, хорошо. У нас на момент 265. Кстати, колбасы у меня нету. Надо колбасу заказать. Доставка, колбаса. Ну, вообще, это перебор. Это перебор с колбасой, я думаю. Вот так вот давай сделаем. Доставка раз, улучшение. Так, 250. Может, бар? Или крюки? Давай крюки улучшу. Я смогу больше вывешивать этого всего. Потом еще котел, мойка, гриль, гриль. Красота. Красота. Так, две колбасы. У меня одна колбаса. Простите, подождите, подождите. Сейчас лошадка приедет с вашими колбасками. А, кто-то в туалете. Кто-то в туалете. Так. Вот, смотри, у нас больше крюков теперь. Уже не 5 штучек помещается, а сколько? Почти 10. Слушай, 9 штук помещаются. Нормально. Так, две колбасы и один эль. Держи. Если ты спешишь, держи. И вам колбасочки. Давайте я с вами поговорю, что вы мне дали больше денежек. Конечно, конечно. Я очень вежливый. Да. Я очень вежливый хозяин. Что у нас под носом? Давай помоем посуду. Пора мыть посуду, да. Понимаю, ты тоже это не любишь, но нам придется это делать. Больше некому. Не клиентов заставлять мыть посуду. Хотя можно было, слушай. Кто не захочет платить, например, та бабка, пусть помоет посуду. А чё нет? Ну, она в состоянии помыть посуду. Состояние. Так. Эйт Майо. Так, что тебе, Эль? Да. Жаль, что у них диалоги одинаковые. Немного неинтересно становится. Было прикольно, если были разные диалоги. Так, ладно. Что у нас тут еще? Давай тут еще наделаем Элем. Оп. Чуть-чуть не очень получился. О, еще один пришел. На. Ну, такой средненький Эль получился. Не идеальный, конечно, но что есть, то есть. Слушай. Ничего поделать не могу. Так, ничего, ничего, ничего. Так, мы с тобой что до этого улучшили? Крюки. Сейчас мы еще можем с тобой что-то да улучшить. Доставка, например. У меня заканчивается колбаса. Так что нам сначала надо все закупить. Ладно. И давай маленькое улучшение сделаем, например, барчик. Больше посуды, сиденье за стойкой, улучшение рабочего места. Ну, можно либо стол для блюд поставить, уже знаешь, готовое. А что интересно за стол для блюд? Это больше туда ставить эльф? Эля? Ладно, нет, будем копить на следующий уровень 250. Я думаю, это поинтереснее, поважнее будет. Так, надо будет воды еще набрать. Эй, мои палки колбасы. Эй, все мое. Спасибо, до свидания. Вот сюда мне. Эй, все мое. Так. Два Эля. Палка колбасы. Раз, два. Ну, ладно. Вот так вот. На троих. Так, со всеми надо поговорить. Со всеми надо поговорить. Ага, я очень вежливый. Очень вежливый. Конечно, очень вежливый хозяин. Так. Это никого у нас нету, как-то неинтересно. Ладно.
Можно еще заняться, можно эль поналивать, например. Нам бы уже ремонт в таверне делать, как-то стены слишком обшарпанные. А если на кухню посмотреть, вон там вообще пипец. У нас там все побито, все в паутине. Просто кошмар. Отлично. Снова? А я им что, не выдала? А, я им не выдала. Ё-моё. Я им не выдала. Офигеть. Со всеми поговорила, но еду-то не выдала. Так, давай воды наберем. Отлично. Отлично. Вот, сейчас пока у нас клиентов нету. И пришел клиент. Можно было бы сейчас прогуляться. Так, эль колбаса. Вот, пока никого нету. Давай сейчас поговорим и пойдем прогуляемся по местности. Посмотрим, что там имеется у нас. Давай куда-то налево пойдем. Так, давай посмотрим, что у нас тут имеется. Грязный стол, ничего страшного. Нереально интересно, что здесь может быть. Потому что там была отмечена карта. И там были всякие вопросики, не вопросики, демоны. Ага, туда уже не пройти получается. Ой, там что-то горит. Интереснее. Там что-то горит. Сохранено. Хорошо. А что это там такое? Это что такое? Это кто? Ого. Это какая-то пасхалочка классная. А как мне вытащить меч? А как мне тебе вытащить меч, помочь? Так, у меня пока грязных два стола всего, не страшно. Ага. 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 Отлично, я здесь нашла маленький тайничок, но... Дальше-то что? Мне интересно вот этот момент. Я могу ему как-то помочь? Наверное, нет. Ну ладно. Пошли дальше гулять, смотреть, пока клиентов нету. Можно погулять. Вон там вот есть что-то странное. О, вот тут что-то. Что это такое? Кто-то висит. Кто-то висит вверх ногами. Вот все хорошо. Вот все хорошо. Передай моему другу, чтобы возвращался домой. Другу? Другу домой возвращался? А кто? А кто? Блин, на заказ. Там его друг, возможно, это его фотография, выглядел... Темные волосы. Темные волосы. Все. Я запомнила, но надо теперь его искать, слушай. Ой, это что такое? Блин. А что с ним надо делать? Ладно, давай возвращаться в таверну. Потом, потом. У нас там заказ висит. Это вряд ли его друг, потому что на его фотографии был какой-то человек. А не меч. Очень странно. Очень интересно. Это какие-то маленькие пасхалочки, истории, что-то типа того. Но это просто надо закрывать таверну и гулять. Так, приветик. Приветик, я тут гуляла, все нормально. Я гуляла просто, все хорошо. Оп. Это взять. Это взять. А это теперь еще и помыть. Ну, конечно, как же без этого? О, сразу клиенты навалили. Что вам? Три колбасы, нифига себе. Раз, два, три. Ага.
Ой, кстати, мужик, дай с тобой поговорю. А ты не ушел, дай с тобой поговорю. Чтоб это ты побольше оставил чаевых. Подожди, проходи ты. Отлично. Замечательно. Так, купите новый уровень. Сколько у меня колбасы? Или L6, колбасы 8. Ну, слушай, я спокойно могу покупать новый уровень таверны. Давай-ка. Расширение таверны, новые клиенты, новая мебель, декорация, уникальные гости, новые события, новое рабочее место, рубка дров, найм помощников. И у нас с тобой открыт котел. Узнайте, что случилось. Сейчас, подождите, а что случилось? Кажется, теперь у меня появились помощники. Что? Какие? Феи, помощники, ваше милое заведение привлекло диких фей. Теперь их волшебное дерево проросло у вас на кухне, они смогут помогать вам по хозяйству. Для начала купите домик для новой феи в меню улучшений. Каждую фею можно отправить выполнять одну работу, например, мыть посуду. Для этого используйте меню в дереве фей. По мере игры вы откроете больше специальностей и получите больше фей. Выполняя одну работу долгое время, феи получают опыт и начинают делать эту работу лучше. Волшебная пыль для фей. Феи работают бесплатно, но хотят кушать. Феи питаются волшебной пылью. Вы должны регулярно покупать волшебную пыль в магазине и класть ее рядом с их домиком на дереве через меню. О, тут какие-то продукты, вода. Что это такое? Помощники. Ага. Вот они, помощники должны быть здесь. Я поняла, у меня в меню что-то еще сейчас появилось. Так, тебе колбасы надо. А. Так. А, доставка. Ресурсы. Дрова. Я где-то видела рубка дров. Наймите первую фею в меню улучшений. А, хорошо. Меню улучшений. Я поняла, но первая фея стоит очень дорого. Вот. 200. 200, у меня нет столько денег. У меня нет столько денег. Вот, смотри, я с ней не разговаривала. Она мне дала 10. Могла бы дать 15. Смотри, я с ними сейчас поговорю. А, у него колбаса. Ну ладно, у него колбаса. Окей. Угу. Или вроде есть. Ну, что-то никого нету. Что-то как-то мало людишек. Побольше бы, побольше. Маловато вас нынче, маловато. Давайте, что вам? Ой, там полы надо помыть. Полы, 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 полы. Goodbye, goodbye. Так, хорошо, вам что? Один эль, одна колбаса. Окей, колбаса. И эль. Оп. Держите. Как вам колбаса? Вкусная? Хорошо. Как вам эль? Очень вкусная? Хорошо. Какие у вас голубые глаза. Потрясающе. Он нам дал 10. Окей. А, это она сходила в туалет и вышла. О, ясно, после кого. Все плохо в туалете. Теперь мы знаем виновника. Наверное, это она постоянно делает. Фантазия не знает границ, так сказать, наша. О, кошмар. Так, Эль и колбаса. Так, Эль. Колбаса. Держите. Так, это я, пожалуй, уберу. Можно я с вами поговорю? Угу, спасибо. Все. Я думаю, на этом мы сейчас с тобой приостановимся. И в следующей серии мы уже с тобой улучшимся.
Да нет, зачем, кстати, улучшаться? Мы с тобой в следующей серии наймем помощницу и сможем уже готовить еду в котле. Это уже будет очень интересненько. А дальше у нас уже будет... Давай не будем спойлерить, что там дальше будет. Так что следующая серия у нас обязательно это котел и фея-помощница. Вот такие вот делишки. Так что не забывай ставить лайкосики, если тебе нравится эта игрушка. Я буду понимать, что он тебе реально нравится. И буду чаще ее снимать. Все, спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик, комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Все, всем пока-пока.